Ну что, всем привет, ребята. Сегодня в Венгрии новый сезон. Вчера гонку я пришел 14-й, наделал кучу ошибок, ну и темп не тянул. Психанул, удалил, не стал выкладывать. Сегодня вторая гонка нового сезона, Венгрия. Значит, то было солнце. Последние там несколько часов шел небольшой дождь. Потом дождь усилился. А сейчас начал спадать чуть-чуть. Ну, посмотрим, не знаю, что будет дальше. Еще 14 минут до начала гонки. Сразу звук убираем. Итак, настройки. Настройки. Настроиться я полностью не смог. Не хватило немножко попыток. Но вот эти настройки по дождю до 3 мм, до 3, то есть на промежуточной резине, ну, плюс-минус там 2, плюс-минус 2 параметра. То есть это практически то, что нужно. Можно на это ориентироваться. Кстати, немножко с настройками там было непонятно. Ну ладно, стратегия. Стратегия у нас сегодня вот такая. Вот такая. Два пит-стопа. По 13 кругов, 4% износ, это где-то будет 52% износ резины. Ну, неплохой, в принципе, неплохой. На такой резине можно и в конце погонять. Как-то так. По болидам. Значит, здесь у меня полностью на 23 уровень прокачанный мой движок на ускорение. По ускорению мы более-менее, ну, чуть-чуть отстаем, но ничего страшного. Отставание в торможении у нас. Но мы будем ставить на управляемость, потому что здесь больше обратно. Здесь больше у нас отставания. Прижимная сила более-менее. Я вложился в экономию шин, потому что я очень сильно проседаю в конце по шинам. Да и в середине, и в начале. То есть перед пит-стопом очень сильный износ резины, и я в этом очень сильно теряю и не вывожу. Это делать не стоит, но мы же не любим легких путей. То есть вкладывайтесь лучше всего, конечно, в гоночные параметры. То есть ускорение, торможение, прижимная сила и управляемость. Но опять же, смотрите, куда вкладываться, где поставить на изучение. Не пытаться догнать их, а наоборот отпустить и больше взять очков. Ну, как-то так, короче. Ремонт у нас все подчиненное. Так, пилот полностью восстановленный у нас. Ну что, ждем квалификацию и ждем гонку. Что по практике? Ну, по практике что? Ну, понятно, здесь мы были 8-мы на суперсофте. Но это все фигня. У нас 1.25.400, да? 400. То есть мы проигрываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, 10. Это мы 11 по времени на промежуточной резине. Это счетом, с учетом еще того, что многие не настроились на промежуточную резину, остались на суперсофте. Ну, посмотрим квалификацию, посмотрим, где мы окажемся. Ну, но опять же, я в прошлой гонке пытался держаться за ребятами в пятерке, они с меня выкачали весь керц, это не мой уровень, надо было спускаться вниз где-то на место 10-12 и уже с ними держаться. Я бы сохранил бы кучу керца, а не остался бы без керца под конец гонки, где они начали керцевать. Они катались, а я несколько раз пришлось отпускать ребят, потому что, которые шли впереди, вот эта пятерочка, потому что темп был у них очень серьезный, и мне там пытаться зацепляться за них уже там где-то к 1/3 гонки, я уже не мог зацепиться, потому что, ну, слишком большой отрыв, они очень быстро уходили вперед, и мне оставалось потратить последние крохи керца, и вообще, ну, короче, это было глупо. Это глупо, надо держаться в поезде того уровня, который ты тянешь. То есть мне надо было спускаться вниз, а не психовать и на адреналине не пытаться кататься с теми, кто гораздо сильнее тебя.
Да, и уже сохранять Керц, и с ними бы я катался. А там я несколько раз пропустил, не смог зацепиться, потому что уже не хватало Керц. Короче, опять же, 25-й раз себе говорю, не психуй и на адреналине не делай ошибки, и все равно продолжаю это делать. Ну, посмотрим сегодня, дождь, может быть, что-то у нас получится, потому что ДРС Керц не будет работать. Что-то у нас, может быть, да получится. Посмотрим. Ну вот, вода была 2,1 миллиметра, потом стала 2, сейчас уже 1,7. Ну, пока 1,7, где-то минут уже 10 держится уровень. В принципе, нас пока это все устраивает. Пока все это нас устраивает. Давайте посмотрим квалификацию все вместе. Практика понятна, тут это все фигня. Давайте квалификацию посмотрим. Мы на 12-м месте, на 12-м, ёперно. Ну, так все очень плотно, конечно. Очень прям плотно. Очень прям плотно. Вовчик, ты где? Ты восьмой. Сегодня с Вовчиком разговаривали, Вовчик недоволен. Вчера приехал восьмой, думал, говорит, думал, приду в пятерке. А может быть, даже за подиум поборюсь. Ну, при переходе, да, Вован, при переходе из лигу в лигу, немножечко там, по-моему, штрафуется. По-моему, все равно штрафуется. Болидик у тебя чуть-чуть послабее. Ну и движки у него сейчас не прокачаны еще. У него свои движки 30 уровня. И они у него полностью не прокачанные. Сейчас он займется прокачкой от движков, чтобы с ребятами подняться на один уровень по силе. А там уже пойдет, когда сила одинаковая, пойдет уже мастерство, скиллуха. Вот там уже Вовчик себя и покажет. Пока вот так. Ну, говорит, я думал, будет посложнее, конечно, хотя результаты не очень, но я тоже с ним согласен. Ну, посмотрим, Вован. Мы все тебе желаем только удачи, Вовчик. И за тебя болеем. Я-то еще пока слабенький. Не могу на топ-уровень подняться пока. Пока прокачиваемся. А тебя ждем серьезных результатов. Ну, ответственность, понятно, но как получится, посмотрим. Все, ждем гонку, ребята. Ну вот еще ради примера, просто вот смотрите. Вот Мэтью. Вот у него 29 уровня команда, у него пилот все тридцатки, все по максимуму, все супер-пупер. И где он? И где он? И где он? Не надо. Квалификацию покажите. И он на 10 месте. На 10. Prem Racing Team. Прямо Racing Team на 10 месте. Ну вот просто вот просто к примеру. Просто к примеру, какова борьба здесь. Ну вот, нам говорят, придите на 17 месте или выше. Или выше. Ну что-то у нас с болидиком и с пилотиком, походу, не очень хорошие дела. Я почему не выкладываю видео, ребята, не из-за того, что там я не прихожу в очках там или на высоком месте, но из-за того, что делаю очень много ошибок, и я не хочу, чтобы вы учились вот этому эмоциональному дурдому. Я хочу вам показывать, редко получается, но хочу вам показывать, как надо именно действовать. Поэтому сегодня постараемся иметь холодную голову. Если даже мы придем на низком месте, но будем грамотно вести гонку, я, конечно же, это видео выложу, чтобы вы поучились, кому интересно, чтобы набраться опыта. Я не говорю, что я такой прям супер-пупер гуру. Ну, я тоже учусь. И сейчас мне тяжеловато, конечно, потому что раньше я был в топе, у меня было все по максимуму прокачано, я всегда боролся за подиум. А сейчас мне, конечно, тяжеловато, потому что отставание за 3,5-4 года очень большое произошло у меня. Ну, будем учиться, будем набираться опыта и будем прокачиваться. Ну а что? Мы все это проходили. Так что, я думаю, какой-то опыт, какие-то знания вы все равно почерпнете. Будем стараться все-таки держать холодную голову. Здесь главное, что минимум эмоций. Только расчет. Шахматы, ребята. Это менеджмент. Здесь шахматы. Здесь должна работать голова. Так, ладно, ждем гонку.
Ну что, погнали. Я думаю, что здесь все-таки... А давайте сразу выключим вот этот вот цирк, этот показуху. Венгрия. Здесь, в принципе, промежуточная резина, она мягенькая. Очень мягенькая. Она практически как суперсофт. И она будет очень быстро греться. Но Венгрия, она чем, как и Монако, славится тем, что здесь даже суперсофт и софт не так уж прям перегреваются, ну просто катастрофически. Поэтому будем что-то думать. Пытаться что-то сделать. Так, я не пойму, почему у нас стоит... Где мы вообще? Вот они, но почему у нас стояла отметка там? Ну, игра, короче, начинает исполнять. Так, давайте уменьшимся. И нам сейчас надо поконтролить резинку. Даже вот так. Вот так. Здесь вот так. И здесь вот так. Протакуемся по полной. Нам главное держать температуру резины. Ну, я вижу, что у нас по темпу мы пока в этой гонке будем, наверное, курить бамбук. Извиняюсь за выражение. Температура даже чуть-чуть подостыла. Даже здесь вот, здесь все равно немножко охладимся. А вот здесь вот все протакуемся. Так, керс включился, но ДРСа не будет у нас. Ну, здесь некоторые, вот это кто вот это вот кирсует, но это боты. Это, скорее всего, боты, потому что сейчас нет необходимости кирцевать. Это, скорее всего, кирсуют боты. Ну, боты, имею в виду, что тех ребят, которых нет в гонке, из-за них, короче, сервер, ну, компьютер, игра сама кирцует иногда в очень глупых ситуациях. Мы то на 12-м, то на 13-м месте. Все очень пока плотно. Сейчас мы прогрелись до идеальной температуры. Сейчас будем ее стараться держать. И будем смотреть. Так, уровень воды еще немножечко упал у нас. С 1,7 до 1,5. Здесь чуть-чуть охладимся. И погнали. Пока я понял, короче. Уже я понял, что у нас по... прогреву. Пока мы по прогреву без психов нормально вывозим. И пока держимся. Вот 13-й мы идем. Но здесь очень все плотно. Очень плотно. И еще имейте в виду, ребята, что в дождь, в основном практически на всех трассах, если вы идете сзади, то это идет сдерживание. То есть вы будете думать, вот мы идем там вроде бы в одном темпе, за ним держимся, зачем мне сейчас кирцевать его обгонять. Но имейте в виду, если вы идете сзади, в дождь, и если вы идете с ним в одном темпе, то значит вы идете в большем темпе, потому что в дождь идет очень большое сдерживание. Вы будете очень сильно на этом терять. Поэтому в некоторых моментах, если вы видите, что впереди идущий вас сдерживает, и вы с ним идете в дом, то кирцаните, обойдите его. Лучше обойдите его, потому что он вас сдерживает. Это сплошь и рядом, это уже доказано неоднократными всеми. Давайте протокуемся, вообще просто посмотрим, что по резине. Так, все на промежуточных. Все, да? Ну, это по настройкам, это не значит, что все они в сети и... Так, у нас там 13 кругов, да? Мы чуть-чуть просели. Идем пока 13-ми. Ну, фиговенько, что нету разрывов. И что ребята не тратят керц. Вот это фиговенько. Потому что у нас керца с нашим 23-м вонючим уровнем гораздо меньше, чем у них. Вот это фиговенько. То, что у них ДРС не работает, это хорошо, конечно, потому что и ДРС им очень сильно отстаем. Так, что по расходу топлива?
1,9, да? Ну, я думаю, что, блин, ну, может, нам и не хватить, знаете. Вот это будет номер. Ладно, паузу пока. Ну, мы сильно просели по темпу, Это уже не сдерживание. Это уже просто мы не тянем. Кстати, очень странно. Ну, посмотрим. И все идут очень плотно. Вот это нам, конечно, в минус. Ну вот, мы перегрелся, наверное, паренек впереди, и мы сразу его по темпу догнали. У нас чуть-чуть микроскопический перегревчик, но мы сейчас его уберем. Нам главное, что сейчас? Чтобы ребята тратили керц. А где они его будут тратить? Нигде. Потому что зацеплений нет, где-то там откерцевать и все остальное. И все идут очень-очень-очень плотно. Ну, вот эти ребята сзади тратят керц. Непонятно только зачем. Но это, скорее всего, опять боты исполняют. Вот нам нежелательно, конечно, чтобы он нас на керце обходил, потому что у нас еще кинет низ, а здесь в дождь обходить, ну, это очень сложно, и он нас будет сдерживать. Так, пошли первые пидстопы. Кстати, что странно, они пойдут на 3 пидстопа. Это очень странно, потому что, ну, резина позволяет даже... Ну, у нас-то да, мы ее качнули, но даже без качки, странно. Но это, скорее всего, у них была настройка на дождь, которая есть тонкая настройка там гоночная, которая дает возможность, если тебя даже нет в сети, при определенной высоте дождя, ну, полотна, уровня дождя на полотне. Ага, еще один пошел. Ну, это хорошо, уже нас не будет сдерживать, у нас сейчас будет. Вот сейчас посмотрим, мы семерочку догоним по темпу или нет. Сильно нас сдерживали или нет. Или мы пока все-таки не тянем. И пошли атаковаться по полной. То есть это устанавливается, и даже если ты не в сети, то уже сервер сам тебе ставит резинку промежуточную или дождевую, там выбираешь. Если вдруг тебя не будет при определенном уровне дождя. Ну, скорее всего, это такие ребята, которые... У них была такая настройка, и у них была настройка на 3 пидстопа. Ну, странно, 3 пидстопа, хотя изначально, по-моему, здесь идет 2 пидстопа. Ну, ладно, ждем, пока вот еще один пошел. Это из тех ребят, кто шел впереди, нам они не соперники. Ну, вот, смотрите, мы не приближаемся. Поэтому это что значит? Что мы просто пока не тянем. Ну, маленькая пауза пока. Вовчик пока идет четвертый. Но я думаю, что он сегодня очень замотивированный. У него сейчас адреналин фигачит. Ему, конечно, очень хочется показать уровень. Потому что... Ну, у него команда, ну, не прям супер-пупер топ, там шмоп, там все дела. Но у него команда серьезная. И ему хочется показать. Все, уже мы идем на полной атаке, потому что уже резинка подсдохла, она уже не перегревается. Мы идем на пит-стоп сейчас. Кстати, по топливу у нас пока все неплохо. И ему хочется, конечно, показать. Вовчик заехал на пит-стоп, выехал 12-й, так я понимаю, да? Да. Нет, не 12, подожди. А где Вованчик? Вованчик, ты где? Братанчик. Не понял. Семнадцатый. Ну, сейчас посмотрим, где мы выйдем. Мы выйдем в жопе мира. Опа, у нас еще литр оставался. Ну, в принципе, не критично. Ну, литр здесь, литр там. Блин, и мы за 16-м выходим. Да нет. Вот здесь, надо сделать вот так. Ребята, надо сделать вот так, потому что он нас будет сдерживать. Нам лучше впереди на полной атаке, сейчас пока будем прогреваться. Впереди нам расстояние для просто набирания темпа.
я потратил сейчас 10% керция, но думаю, ну уже прогретый, ладно, хорошо. Но мы его сейчас сдерживаем, просто мы его сдерживаем. Он сейчас пытается нас обойти. Я бы, конечно, на месте керценул, но его, походу, скорее всего, нету просто в сети. Так, пошли еще пит-стопы у ребят. Нам нужен пространство. Пространство для атаки. Этот сзади сейчас голубенький будет его сдерживать. Он на холодной резине. И мы сейчас попробуем просто уйти. Ну, чуть-чуть хотя бы. Он зелененького будет сдерживать, пока будет прогреваться. Ну, вот смотрите сразу. Вот сразу смотрите. Пока он будет прогреваться, это очень хорошо. Это очень хорошо. Сейчас будет зелененький на 15 месте, который идет с голубеньким вот этим бирюзовым. Ага, обошел он его все-таки. Ну, пока прогревался, и он его обошел. Но у зелененького хороший темпчик у него. Чуть-чуть охладимся и сразу погнали. Ну, уже ребята потратили тут некоторые неплохо кертика. Приближаешься ты к нему. Для чего ты приближаешься к нему? Непонятно. Здесь пока прямая, смысла нету газовать. Чуть охладимся просто, чтобы не перегреваться. А вот здесь вот поатакуем. А вот здесь вот поатакуем. Нам бы сегодня в очках бы прийти, было бы, конечно, бы-бы-бы-бы-бы-бы-бы-бы-бы. Неплохо. Бы-бы-бы-б. Что-то этот сезон у нас начался вообще очень-очень слабо. Очень-очень слабо. Так, вот этот 11-й, что-то мне не нравится. Он у нас сдохшим идет промежуточным. Блин, нам придется керцевать, его обходить. Сейчас мы его напрямую, наверное, сейчас он не пойдет на пит-стоп. Мы его сейчас напрямую обойдем на керце, потому что он нас будет сейчас сдерживать. Нам это нафиг. Ага, он пошел на пит-стоп, ну, как я предполагал. На 17-м круге. Ты кретин? Ты кретин или что с тобой? Вот из-за этого, вот смотри, сразу зелененький к нам и приблизился. Ну, пока, как-то вот так вот. Давайте пока просто прокатуковываемся, просто посмотрим на керц. Здесь полный, здесь чуть-чуть не хватает. Ну и здесь, понятно. Ну, очень хреновенькие дела, ребята, я вам скажу. Так, что у нас у 12-го? Полный. Ёперный театр. Хреновые дела у нас, ребятки. Чуть охладимся. Здесь нам нужно делать отрыв. Потому что мы уже 10% потратили. Это с учетом того, что у них еще и баки побольше с керцем. Это не наш 23 уровень. Вонючий. Хотел сказать обоссанный, ну ладно. Такие выражения тоже не всегда приятно слышать использование их. Ну, эмоции иногда захлестывает. Поэтому нам нужно пытаться сделать отрыв. Тут еще впереди идущие, понятно, они идут немножко по другой тактике. У нас есть шанс там где-то что-то как-то охлаждаться надо. Чуть-чуть охлаждаться. Пока уровень воды пока держится. 1,5 в принципе. Ну, если мы сегодня придем в десятки, хотя бы на 10-м месте, это будет очень даже неплохо. Потому что у нас пока по болиду все очень фиговенько, ребята. О, я смотрю просто по темпу, ну очень фиговенько. Ну мы 12-го чуть-чуть уходим, ребятки. Чуть-чуть, по чуть-чуть, но уходим. Нам нужно делать сейчас максимальный задел. Вот они пошли на пит-стоп, да, толпой. Мне просто интересно, непонятно. Вот они все пошли сейчас на пит-стоп. Хорошо. Нет. Нам нужно его обходить. Он нас сейчас будет сдерживать. Нафиг он нам нужен. Пока он прогреется. Прогреется, уйдет. Ладно, черт с ним. Ну пока. Нам нужно от него уходить. Так, у нас еще 19 кругов. Мы пойдем на пит-стоп на 26-м круге. Мне вот интересно, что? Вот они сейчас зашли на пит-стоп. Они что, пойдут еще на один пит-стоп? Если они вот этой шайке, там 34 человека, которые заходили сейчас на пит-стоп, пойдут еще на один пит-стоп, то, конечно, нам это очень выгодно. Но у них, ну что, у них другого выхода нет. Вот восьмерочка нас сейчас трахнет. Это фигня все. Пока просто сейчас, чтобы не терять темпа, я потратил еще 8% керца. Для чего?
чтобы мы просто за ним, пока он прогревается, не теряли в темпе. Сейчас он прогреется, то он-то нас, может быть, и трахнет, а может, мы его поддерживаем чуть-чуть еще. Так что, черт с ним. А, у него еще керца нет. Ой, паренек, да ты хреновенькие дела у тебя. Это наша школа, короче, вот эта вот сумасшедшая дурбалайская школа, когда протрачивается весь керц с теми, с кем ты не тянешь по уровню. Круговой, не сдерживай нас. Ну, конечно, хорошо. Хорошо. Он сейчас на свежей резине, конечно, сейчас начнет. Ну, мы его сдержим сейчас. Мы его сейчас сдержим. По температурке чуть-чуть у нас небольшой перегрев. Сейчас мы ее подохладим. Чуть-чуть подохладим. Восьмерочка нам не интересен, потому что он, скорее всего, пойдет еще на один пит-стоп. Да, у него будет свежая в конце резина. Но, во-первых, у него нету керца. Ни черта. А во-вторых, он сейчас за нами будет просто... Да, он сейчас начинает, он прогрелся, он сейчас начинает за нами вцепляться нам в глотку, но у него хреновенькие дела. Вот еще один пошел паренек на пит-стоп. Ну, быстренько его закончил. Это не наш уровень, это ребятки, которые уходят в точку. Вованчик, ты где? Что-то, по-моему, ты на четвертом месте, братик. Да, мы с тобой по одной тактике идем, родной. Да, ну, я думаю, на подиум ты сегодня не придешь, скорее всего. Но в пятерочке я желаю тебе прийти в пятерочке. В пятерочке, если ты придешь, я буду очень доволен. Не знаю, как ты, а вот желтенький, все, он уже вцепился нам в глотку. Уже он, короче, нас хочет сделать. Да, у нас уже начинает сдыхать резина. И он сейчас, ну мы будем его сейчас сдерживать, а чё, хорошо, чуть-чуть охладимся и погнали опять, потому что у нас уже резина сдохшая, она уже не перегревается, вот, бот начинает тут круговой керцевать, идиотина, нафиг бы нам был не нужен он, но мы восьмерочку будем сейчас сдерживать, это нам пригодится, вот запомни этого желтенького, дальше посмотрим, что с ним будет, как его, просто интересно, где он. Ага, Мэнсел, я его помню. Ну, погнали пока. Все-таки у нас обошел все-таки нас. Ну, а что мне сейчас с ним сделать? Сейчас бы по-хорошему, конечно, его на керце обойти и еще его поддерживать, да? Может, все-таки, да? Да. Ну, этого шестерочку тоже, наверное. А что у него по керцу? Кружочек мы их поддерживаем. Ну, у него половина керца. Но он уже делал пит-стоп. В конце у него будет сдохшая резина. Но мы с ним не встретимся, по всей видимости. Ну, мы будем сдерживать. Это дождь. Мы сейчас будем их... Вот сейчас мы желтенького будем сдерживать. Если он наш даже нас сейчас обойдет, ну, мы все равно полкруга поддерживали, он много потерял сейчас. Ну, обошел, хорошо. Молодец. Ага. Хорошо, молодец. Ты на свеженькой резине, мы наш сдохший. Сейчас мы пит-стопик сделаем, а тебе еще надо будет потом делать один пит-стоп. И сейчас уже будет у тебя сдыхать резинка, а мы пойдем на свежий. Вот смотри, какой у него темп, как мы его сдерживали. Он сразу начал уходить в точку. Вованчик тоже по нашей тактике пошел на пит-стоп. Да. Ну что, а теперь, ребята, погнали и ждем. Ой-ой-ой-ой-ой, там что-то голубенький вообще с ума сошел. Так, что здесь по керцу? Что у него по пит-стопам? У него два... Подожди, где мы? Подожди. Ну вот, у него один пит-стоп. У него сейчас сдохшая резина. Сейчас, как только к нему приблизимся, его надо на керце обходить. Он сейчас нас будет сдерживать. В этот котяк коричневый, серый какой он там. Извиняюсь за выражение. Он сейчас нас будет сдерживать. У него сдохшая резина. Мы сейчас напрямую его, наверное, начнем, наверное, обходить. Голубенький, интересно, сколько? Ой-ой-ой, полная.
Ёбаный театр. Все. Все, и погнали, ребята. И теперь погнали. И теперь погнали, чтобы сразу его убрать, потому что у него керца меньше. Меньше. Ага, он это понял. Да не, паренек. Не надо так делать. С батей не надо вот это вот фантазии исполнять. Он понимает эту ситуацию. Он хотел нас сдерживать, да? Да нет, мой золотой. Ты на своем сдохшем катихе, на своей сдохшей резине. Посмотри ты по темпу, как проседаешь. Нам не надо этого делать. Дождевая гонка отличается, очень отличается. Давайте сразу смотреть, 11-й. У него 1 000 000 керца, он идет на 2 пидстопах. Ну, мы с ним ничего не сделаем. Нам только теперь ждать, чтобы кто-нибудь заехал на пидстоп. Что здесь сзади? Вот этот 14-й опасный тип. Этот понятно, с катихом все понятно с этим. С катихом-то все, вот голубенький, вот этот опасный тип. И он идет на свежей резине. Собака сутулая. Угу. Вот он начинает исполнять. Вот он начинает исполнять. А вот ребята на свежей резине. Угу. Хорошо, что мы впереди выехали. Так. Вот начинается. Вот это. Вот, вот нельзя сейчас пропускать вперед. Нельзя. Они нас сейчас будут сдерживать. Ёперный театр. И они это знают. Ну, мы в этой борьбе потратили весь керц. Весь керц потратили. Там в некоторых моментах он не сработал, когда надо было срабатывать. Вот это вот фиговенько, фиговенько. Что у нас здесь полный? Здесь нету. Здесь полный. Вот это фигово. Здесь нифига. Здесь нифига. Здесь нифига. Ну, блин, будет большая проблема нам прийти в очках. Очень большая проблема. Чуть охладиться. Значит, охладиться, надо эмоции убрать. Ну что, мы сегодня возьмем очки или нет? По темпу, блин. И нам уже не получится обойти, когда мы упремся. А мы в семерочку уперлись. А мы в него уперлись. То есть, чтобы его сейчас в дождь обойти, 1,4 воды. Чуть-чуть вода еще уменьшилась. Нам, чтобы больше обойти, у нас должен быть на порядок выше темп. Ну, на порядок выше темп откуда у нас? У него свежая резина. Сзади еще идет паренек серьезный, который нас догоняет. Почему догоняет? Потому что мы уперлись в семерку. Блин! Фиговенько. Девятка нас обойдет, потому что у него там 1 000 000 керца. У десятки нету практически керца, а вот у 11-го там тоже 1 000 000 керца. То есть мы, скорее всего, придем на, ну, в лучшем случае на 10-м месте. У нас пошел перегрев, fucking shit. Еще раз. Здесь 1 000 000, здесь нет керца, здесь 1 000 000. Ну, есть у нас шансы прийти 10-м. Ну, посмотрим. А 12-й, ой, тоже куча керца у него. Тоже куча керца у него. У нас сейчас еще резина просядет в конце. Семерка вообще ушел в точку на свежей резине. 9-ка пошел керцевать, обошел нас. И у него еще куча керца там.
еще куча керца у него. А вот уже пошел ДРСик включаться у нас. Ага, 1 миллиметр. Вот это уже интересненько. Вот это уже сейчас будет перегреваться резина. Нам сейчас нужно держаться. Кровь из носа за ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам походу хана, ребятки. Нам хана. Восьмерка идет на свежей резине. Кабздец. Кабздец. Все, нам хана. Пропустить его. Пропустить его. Хорошо. И газу до отказу. Чтоб зацепиться нам. Охладиться надо. Охладиться нам надо. Ну вот, они все нас прошли. Это тоже так, 38-й круг у нас, да? Что, его сейчас пропустить вперед? Давайте попробуем пропустить его вперед. Он тоже не дурак, он сейчас сбросит. Ну тогда хотя бы охладимся. Тогда хотя бы охладимся. Блин, на последнем круге. Блин, и мы не зацепимся, да, за него. Нам хана. Мы теряем очки, все. Мы теряем очки, да. С очками мы попрощались сегодня. И все, он сейчас уйдет в точку. Блин, чуть-чуть бы, блин. Да все. Ну... Это пока наш уровень. Пока наш уровень. Смотрите, как он уходит вперед. Он просто улетает вперед. Просто улетает вперед. Да, сегодня немножко мы там... Одна была ошибочка. Мы там, конечно, в этой толпе пока керцевали. Ну, хорошо. 11-й. Ну что, мы получаем бабки. 17-е нет, мы пришли на 11-м месте. Давайте посмотрим, что у нас по турнирной таблице. Мы были на 14-м, стали на 13-м месте. Очень жаль, что мы сегодня не взяли хотя бы одно очко. Немножечко нам не хватило опыта, но я думаю, основная была проблема в том, что нам не хватило объема керца. И в конце еще включился ДРС. Вот это, конечно, нас тоже выбило. Так бы мы пришли бы в очках, потому что этот тип... Нам мы ничего не могли с ним сделать. Он зацепился за нас, 11-й, этот желтенький, который шел. Мы его сдерживали. Видели, как он ушел? Он просто ушел в точку. Но мы его сдерживали. И на ДРС у нас обошел. А уже на следующем круге, уже ДРС, это был финиш, он у нас не сработал. Так, ладно, хорошо. Следующая гонка у нас Германия. Ну что, всем удачи на трассе, ребята. Пока-пока.